Это наступление превзошло все ожидания. Оно продемонстрировало боевой дух Украины и украинцев. Это также напоминание нам, что российская армия не так сильна, как хочет казаться. Но нельзя на этом останавливаться. Необходимо продолжать борьбу. И Украина, и ее западные партнеры здесь предельно ясны. Мы не остановимся. Если результатом станут переговоры, хорошо. Но это должны быть переговоры в интересах Украины, предусматривающие возвращение украинских земель в состав Украины. Наступление также показало, что помощь, предоставляемая Украине странами Запада, крайне важна. Благодаря этой помощи Украина смогла эффективно наносить удары по стратегическим объектам. Сейчас я продвигаю инициативу, чтобы предоставить Украине истребители F-16 и обучить пилотов. Мы рассматриваем такую помощь в долгосрочной перспективе, чтобы не просто помочь Украине выиграть эту войну, но и чтобы убедиться, что в будущем еще одной такой войны больше не будет.